Добрый вечер. Я вас приветствую на моем канале Афро Манго Мукбанго. Сегодня такое у меня разнообразие бутербродов и сэндвичей. Вот. Пью. Вот сок такой вот буду пить. Не реклама. Бутерброды. Значит, хлеб, майонез, сырный соус. Сырный соус вот такой, не реклама. И майонез. Сейчас достану немножко. Вот такой майонезик. Тоже не реклама. Значит, бутерброды вот такие вот. Такая красота. Вот. В распаковочке было вот с яйцом. Вот. Кому интересно, посмотрите. Без тарелки, как говорится, в коробочке. И вот такой бутербродик. Значит, хлеб, повторюсь, хлеб, майонез, сырный соус и финская колбаса. И чеснок. Да. Тут, значит, на сэндвичах булочка, помидор, майонез, по-моему. Что-то еще. Ну, не знаю, разберусь, скажу. Укроп, яйцо. Вот, вот такие вот бутерброды, сэндвичи. Так, ну, все, начинаю трапезничать. Присоединяйтесь со мной, мои дорогие, любимые подписчики. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросики, пишите комментарии под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это меня мотивирует и придает стимул. Ну что ж, приступим. Открываем сачок. Ой. Что это за фрукт? Апельсиновый, установленный с мякотью. Сачок. А, поболтать надо? Ну, ладно. Так что, поболтать? А тут болтать никак нельзя. Надо было сначала открыть, потом открыть. Все равно она сейчас спустится все вниз опять, эта мякоть вся. Ну что ж, приступим к трапезе. Приятного аппетита, кто ужинает. Бутерброды делал сам. Так. Сегодня почитаю правила этого метрополитена. Нашего российского, имеется в виду.
Ой, кислятина. Как, ну я, конечно, питерский пользователь метрополитена, но тут написано московского метрополитена. Пассажир. Да, пассажир. Как ежедневный пассажир услуг московского метрополитена имени В.И. Ленина, никак не могу отделаться от мысли, что я чего-то в этой жизни не понимаю. И главных непоняток у меня две. Первая непонятка. Почему поезда в момент наибольшего пассажиропотока ходят с интервалами не меньше 3 минут, в результате чего пассажиры часто не могут утрамбовываться в один поезд, а в относительно спокойное время ходят полупустыми с интервалом 30 секунд. Второе непонятка. Какая редиска придумала правило, что велосипеды в метро надо водить со снятым передним колесом? Сталкивался с таким требованием неоднократно в разных станциях. Но при том, что размер велосипеда уменьшается совсем ненамного. А вот опасно для окружающих очень даже. Я со своим горным велосипедом в сборе даже на эскалаторе поустойчивее многих. А вот с рамой в одной руке и с колесом в другой последствия представляете сами. Очень вкусно. Сырный соус и майонез. И чеснок. Угу. Mm-hmm.
Сейчас я найду правила. Так, ну ладно. Да, сейчас я. Ой, какой он кислый. Сок. Ну так что сахара почти нету. Это как вот этот вот сок, который. Нет, сок. Я что ли попили? Да, вот эта бутылка. Да. Ага. Это не я. Какой? Это другой сок. Очень вкусно, да, кстати. Сэндвич. Сейчас я тут нашел правила, что выберу, какие тут самые такие смешные. Так, это понятно. Сейчас где-то тут я видел смешное.
вот. Вот 20-е правило питерского метро. Находиться и передвигаться на территории метрополитена на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликах, в досках и коньках и лыжах. На лыжах даже. И иных средствах передвижения, кроме инвалидных колясок, а также с использованием спортивного инвентаря. Ага. Пользоваться беспилотными летательными аппаратами. Проходить и находиться на территории метрополитена без обуви и или без одежды. Угу. Ну, это вообще маразм. Угу. А, во. 32-е правило. Разводить костры, пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами, в том числе фейерверками, петардами в вагонах и объектах инфраструктуры метрополитена. Угу. Вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных. Ага. Каждый может, да. Ага. Залезть. Ага. Самовольно снимать поручни, ограждения, установленные на площадках эскалатора, траволатора. Угу. Что-то пока ничего. Ну вот это вот я смешное нашел. Бежать по эскалатору, траволатору, бросать любые предметы, сидеть, лежать, облокачиваться, ставить вещи на ступени, поручни, боковую часть балюстрады эскалатора, траволатора. Съезжать, ехать по боковым частям поручней эскалатора, траволатора. Ага. Прыгать на ступенях эскалатора, траволатора. Угу. Кислятина, сок кислятина. Угу.
Курить используют устройство для употребления табака, нагреваемого электронной системой доставки никотина на территории метрополитена. Находиться на парапетах, ограждениях, а также перепрыгивать, перелезать через них. И смех, и грех. Да. Вот такой мукбанг был. Если чего найду смешное, почитаю какие-нибудь правила. Здесь, по-моему, вообще песка нету. Один сок выдавили этот самый. Этот апельсин и все. Ну что, второй пить? А? Нет? Ну ладно. Тогда ладно. Ой, вот такой у меня мукбанг. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это меня мотивирует и придет стимул. Извините, звук из желудка. Все, до следующего видео.